Плати по счетам без очередей и бумажной волокиты. Ресурсоснабжающие организации продолжают процесс автоматизации системы платежей за услуги ЖКХ. В компании «Мариэнергосбыт», например, создают электронные личные кабинеты для старших по домам и управляющих компаний, которые теперь могут единовременно передавать показания индивидуальных и общедомовых приборов учета электроэнергии. Это позволяет более точно распределять объем электроэнергии, потребленной домом, и уйти от возможных перерасчетов. Подробнее о способах передачи показаний и оплаты за электроэнергию в нашем следующем материале. Передать показания счетчика электроэнергии можно несколькими способами. Первый – по старинке. Заплатить в отделениях банков или Почты России, вписав данные счетчика в квитанцию. Не хотите стоять в очередях? Второй способ – оплачивайте услуги ЖКХ через терминалы и банкоматы Сбербанка России. Благо, их сейчас предостаточно. Клиент номер 66 приглашается к оператору номер 5. Если вам по пути, вы всегда можете заглянуть в структурное подразделение «Мариэнергосбыт». В Ишкар-Оле центры по расчетам с населением находятся по адресам Архангельская Слобода 5 и Красноармейская 99А. Заплатить можете в кассе, либо самостоятельно с помощью терминала. Главное – ввести правильный лицевой счет с квитанцией и показания счетчика. Следующий вариант еще более мобильный для тех, кто не расстается со своим телефоном. Показания счетчика электроэнергии можно легко отправить смс-кой на номер 8-902-737-1180. В ответ вам обязательно придет уведомление о получении. В ближайшее время будет введен федеральный номер для бесплатных звонков со всех телефонов, куда можно будет дозвониться, проконсультироваться и точно так же передать показания. Сообщать оператору, сколько у вас набежало за электроэнергию, можно по многоканальному номеру телефона 68 20 20. Если звоните с мобильного, самостоятельно вводите все необходимые данные. И, наконец, один из самых удобных способов. Заходите на официальный сайт «Мариэнергосбыт» и заполняете электронную форму. Еще лучше зарегистрировать свой личный кабинет. Возможности этого интернет-сервиса уже оценили многие потребители республики. Получив доступ к личному кабинету, вам больше не обязательно обращаться в подразделение ресурсоснабжающей компании, чтобы узнать свою платежную историю. Непосредственно из дома вы сможете контролировать, сколько вы потребили за тот или иной расчетный период и из чего складываются ваши начисления. Подать заявление на создание электронного личного кабинета могут все жители республики, обратившись в любое подразделение компании «Мариэнергосбыт». Под мелодию кофе и прямого эфира просыпаются мысли о спасении мира. Блиц FM. Разбуди вдохновение.